Сегодня наши корреспонденты познакомят вас с первыми работами отраслевой лаборатории видеокомпьютерных методов, созданной на Ижевском радиотелецентре. Разработка видеокомпьютерных методов графики, живописи и мультипликации в создании комплекса отечественной аппаратуры – задача, согласитесь, для смельчаков. И сегодня, а со времени нашей первой встречи с этими инженерами прошел только год, нам уже показывают, что может делать их электронная кисточка. Она, кстати, помогла художникам местного телевидения без привычных кистей, красок, а затем и съемок сделать свои фирменные заставки. Полагаю, затем появятся и комбинированные видеоклипы, и забавные мультфильмы. Причем украсить их, допустим, шумами, музыкой, поможет опять же компьютер, который считывает ноты, заставляет звучать синтезатор. Есть даже возможность аранжировки. Короче говоря, художники или режиссеры получают видеоклипы. お前のお母さんな、引っ越しちゃったんだって。それでね、もしお前が来たら、この鈴を渡してくれってさ、これ天使の鈴と言ってね、苦しいこととか悲しいことがあったら、これを鳴らすと天使が来て助けてくれってさ、私、ほら、
天使がお母さん連れてきてくれるから。天使来たか。何にも見えない。もうちょっとこう振れば、ほら。